рассмотрим тему прямоугольный треугольник. Треугольник называется прямоугольным, если у него есть угол 90 градусов. Треугольник ABC прямоугольный. Угол С равен 90 градусов. Стороны, которые образуют прямой угол, называются катетами. То есть АС и СБ – катеты. Третья сторона АБ называется гипотенузой. АБ – гипотенуза. У равнобедренного прямоугольного треугольника острые углы равны по 45 градусов. То есть треугольник ABC равнобедренный прямоугольный. Угол А равен углу B и равны по 45 градусов. Так как сумма острых углов у любого прямоугольного треугольника равна 90 градусов. Здесь запишем угол А плюс угол В равно 90 градусов. Если у прямоугольного треугольника один из острых углов равен 30 градусов, то катет, который противолежит этому углу, будет равен половине гипотенузы. Это свойство катета, который лежит напротив угла 30 градусов. То есть катет CB будет равен 1/2 гипотенузы AB. Рассмотрим следующий рисунок, где CM – медиана, проведенная из вершины прямого угла на гипотенузу. CM – медиана. Тогда медиана будет равна половине гипотенузы. То есть CM равно 1/2 AB. Или мы можем сказать, что CM – равно АМ и равно МБ. Мы рассмотрели тему прямоугольный треугольник.